Так, посмотрим, что будет сегодня исполняться. Такая программа. Добрый день, все близко. Как вы знаете, буду вас. Так, вот. Ой, Николай. Ой, тихо, вставай. Добрый день. Виталий. Где потом эти фотографии смотреть? Видео это фотографии. Сейчас покажу. Вот герб. Да. А вы там уважили, а тут я делаю. А там еще могут приготовить. Там еще что-то варили, а тут. А там артистов нет, заряд. Ой, ну, они добежали, кто где. Да. Ну, сюда еще. Мальчики, девочки, в зал, звукорежиссер. Готовьтесь, будете петь. Кто поет? Так, ищички. А ищички вы в каком? Ну, проходите вот в 14 кабинет сюда. Сразу да. Не-не-не. В 11 вас еще соберут в зал. И будете инструктаж проходить. Потом туда, будете я выбираю. Вместо места время уголочки. Займите уголочки. Я вас познакомлю. Александр Евгеньевич, это вы знаете? Федотова. Вот он. Смотрите в лицо. Наш фотограф. А, знаю, конечно. Вот он будет фото выставлять. Александр Евгеньевич. Да. А Виктор Петрович? Он? Нет. Это что собрали? Да, художники. А я Александр, я вас познакомлю. Ну вы вместе, вообще вместе. Фото и декоративно все одно. Как с этим? Да, чище. Большой карман. Я не знаю, что Наше пространство, оно умерло.
Катя, Кашинские очки. А, Кашинские очки, не знаю, вниз идем. А где она? Она где-то была. Если упадут, то на другую подводят.
А что, свидетельствующие у вас? Если батарейки. Батарейки нету. Да, все понятно. Да, да, да. Ух ты. Понятно. Такие штучки. Машинки на колесиках. Паровозы. Я шкатулочки. Какого района? Марьяновка. Марьяновка. Это бантики забирает, вы как писать эти. А что, как она говорит? Такой стол поставил. Я тоже не поняла. Нет, кому тут ходить надо. Нет, если еще надо, наверное, так поставят. Так хватит вам одного. Ну, во-первых, надо подписать. Надо свой район. Да? Какой район? Кто исполнитель? Значит, вы нам рекомендуете сделать фотоальбом. Да, фотоальбом. Хорошо. Я вам рекомендую. Доживем до следующего года и сделаем. А сейчас неизвестно. Да. Вы вот здесь. Ну вы сельский клуб, филиал 7. Вы сюда входите, что ли, или нет? Как? Или вы частники? Как частники? Ну вот тут написано. Да, 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 да. У нас клуб. Сельский. Вы в клуб входите или нет, как частники? Это у нас клубная система. Так. Вот. И центр в районном поселке, так. А сельские клубы и дома культуры это как филиалы считаются. Как Но вы куда относитесь? К сельскому клубу. К сельскому клубу. Ага, понятно. Все-таки сельский клуб, да? Да, да. А да. Как он называется? Как клуб называется? Деревня Окунева. А. Филиал номер 7. О, вот этот филиал. Да, да, да. Значит, ситуация такая. Когда концерт начнется, мы можем уже разобраться. Вот это вы представили. Вот это ваше представление уже вы отметились. Деревня Окунева. А здесь что написано? Название работ выставки. Ага. Сельские будни. Да, да. Семьи. Да. Правильно. Семьи Белов. Все понятно. Вот там. Есть вот это, что вы плачете?
распространенно, как, знаете, как эти банки, все вот это, да, вот это, да. Выполняют уже все эти всякие задания. Всякие себе на нет, это фотоальбом, это не то. Сельские выгляды. Задача. Татары приехали. Чертолов. Так? А что ты не в одежде нарядной? А я еще не успела. Сейчас с мамой, с сестрой переоденусь. Вы песню будете петь или нет? Просто одежду оденьте. Стала рядом. Вот. Хорошо. Thank you.
Здравствуйте.